Привет! Сегодня взрываем по запросам подписчиков. Просили сделать контрастный взрыв на снегу. Корсар 6 с краской. Я его сделал давно, еще первый снег, когда выпал. Но он сразу потаял. Вот он лежит с тех времен. Что получится, не знаю. Краска уже подзастыла, поэтому просто взовем его. А так будем взрывать контрастный, потом с краской хинди, скорее всего. И вторую просили сделать самодельную. Сейчас обе взорвем, посмотрим, что будет. Короче, с краской наша петарда решила не взрываться. По ходу дела из-за того, что пропиталась, наверное, краска. Не будем мы ее трогать. Самодельно. А самодельная у нас сработала. Пойдем посмотрим. Вот такая вороночка от нее получилась. Ну, прикольно. Заберем мы 6-го, наверное, и разберем его. Используем с него флеш для вот таких.